В этом году Краснодарский женский монастырь иконы Божией Матери Всецарицы отметил 16-летие. В день престольного праздника главного храма обители монашескую общину посетил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Датой основания этого монастыря является 16 июля 2005 года. В этот день Священный Синод под председательством святейшего патриарха Алексия II принял решение об его учреждении. Женский монастырь стал первой монашеской обителью в истории Краснодара. Монахиня Неонила Кузьмина была назначена настоятельницей. Матушка в буквальном смысле этого слова с нуля построила монастырские стены и духовную жизнь общины. Свое имя в честь иконы Божией Матери Всецарица монастырь получил не случайно. Он расположен по соседству с онкологическим диспансером. Когда люди заболевают, они к Богу приходят моментально, многие. Ведь Всецарица – это от раковых заболеваний. Другого храма здесь и не надо было, потому что больные. У нас книга там есть отзыв. Многие даже в четвертой стадии исцеляются. На акафисты ходят, причащаются, соборуются. Ведь человек исцеляется по своей вере. А мы молимся и просим Бога. Также мы посредники между людьми и Богом. Просим, Господи, исцели болящих людей, всех, которые здесь лежат. Особую молитвенную атмосферу на богослужении создает монастырский хор. Все песнопения исполняются древним византийским распевом. В своей проповеди митрополит Григорий рассказал об иконе Божией Матери Всецарица, которая особенно прославилась после того, как болеющие онкологическими заболеваниями люди получали исцеление после молитв у этого чудотворного образа. Матерь Божья на иконе Божией Матери Всецарица указывает нам на путь нашего исцеления. В ком оно? Она указывает своей рукой на Господа нашего Иисуса Христа. И мы, дорогие братья и сестры, переживая ту или иную физическую боль, ту или иную болезнь, должны вспомнить об этом жесте на иконе Пресвятой Богородицы. Должны обратиться всем сердцем с покаянием, обратиться за помощью Господу нашему Иисусу Христу. По окончании литургии состоялся праздничный крестный ход вокруг храма с иконой Божией Матери Всецарица. Владыка Григорий щедро окропил всех святой водой. Затем архипастырь с духовенством совершили краткий молебен перед этим святым образом. А молитву «Царице моя преблагая» пропели всем храмом. Настоятельница монастыря игуменья Неонила от всей души поблагодарила митрополита Григория за совместные молитвы и вручила ему в дар просфору. Митрополит Григорий выразил надежду, что эта обитель будет процветать и развиваться с Божьей помощью и под покровительством Пресвятой Богородицы.